В Одессе состоялся открытый кубок Одесской области по годзюрю, карате и кабудо. Более 300 участников и представителей 19 спортивных клубов из 6 городов области, а также из Николаева собрались в спортивном комплексе Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого фонтана. Федерация джимнукан Украины развивает спортивные направления. Это разделы шобу, кумите и ката. Это разделы контактного и традиционного карате, это разделы ирикуми дзю, ирикуми го, это разделы фул контакта, где критерием победы является нокаут, два нокдауна, один болевой, один удушающий, и раздел традиционного, это кобудо, работа с формальным оружием. Это второй раз мы проводим здесь чемпионат. Я хочу сказать, выразить огромное спасибо Сергею Васильевичу Кивалу за его поддержку, за помощь, которая оказывается в развитии спорта, и не только в развитии спорта, и вообще в учебе во всем помогает. Поэтому мне очень нравится спортивный комплекс. Одно только то, что находится рядом море, оно дает больше сил, больше позитива, улыбок. Федерация Джундакан Украина занимается развитием контактного и традиционного карате. Годзюрю карате объединила практически все техники. Это удары руками, ногами, бросковые, болевые техники, а также захваты. Одно из направлений – это работа с холодным оружием. Сай – это трезубец. В давние времена это было единственное оружие, которое могло противостоять самурайскому мечу и разрубить его сталь. Чтобы обладать этим оружием, нужно иметь хорошую равновесие, моторику рук и память. Маленькие спортсмены постоянно готовятся к чемпионатам. В мае этого года федерация принимала в Одессе чемпионат мира по годзюрю карате и кубок мира по карате кабудо, которые также проходили в спортивном комплексе Международного гуманитарного университета. А летом члены федерации проводили летние оздоровительные спортивные сборы на базе отдыха Одесской академии в Затоке. Спорт постоянно усовершенствуется, и он постоянно приходится что-то где-то менять, и на месте не стоит. Я пытаюсь скомпоновать и более строгий метод, и также пытаюсь с детьми быть с некоторыми. Ну, в общем, каждому надо свой подход. То есть с кем-то нужно пожестче, кому-то надо, наоборот, более мягкий способ. Уже совсем скоро наши спортсмены примут участие в предстоящем чемпионате Европы, который пройдет в Дании с 21 по 28 октября. Национальную сборную команды Украины будут представлять в том числе и одесситы.